конечно же, ожидаем, как обычно, массу эмоций, впечатлений. Но, безусловно, исключительно только победу. В наших парнях мы не сомневаемся. Победа будет в любом случае за Балтикой. Вперед, балтийцы, мы за вас болеем. Не, на самом деле, «Нефтехимик» – серьезная команда, серьезный клуб. Мы 5 матчей не выиграем, я думаю, что мы и не выиграем. Ну, либо ничья, либо поражение. Ждем хорошего футбола. Главное – позитив, получить хорошую, увидеть хорошую игру, получить хорошее настроение. Вперед, балтийцы! Вперед, балтийцы! Балтика! Балтика! Балтика, как всегда, радует интересной игрой нас. Так что болеем, победа будет за нами. Наши ребята могли бы и получше поиграть, не с 11-метрового забить гол. Было много хороших
позиции, вообще, ну, игра была, в принципе, неплохая. Но хотелось бы все-таки, чтобы забит мяч был с игры.